Всем привет! Сегодня я хотел бы познакомить вас немножко с таджикским и персидским поэтом Рудаки Абу Абдаллах Джафаром. Родился в крестьянской семье около 860 года. В юности стал популярен благодаря своему прекрасному голосу, поэтическому таланту и мастерской игре на музыкальных инструментах. В частности, такой музыкальный инструмент называется руда. Рудаки был приглашен Насром II ибн Ахмадом Саманидом к двору, где и провел большую часть жизни. Как говорит Абул Фазил Балами, Рудаки в свое время был первым среди своих современников в области стихотворства. И ни у арабов, ни у персов нет ему подобного. Считался не только мастером стиха, но и прекрасным исполнителем, музыкантом, певцом. Рудаки воспитывал начинающих поэтов, помогал им, что еще больше поднимало его авторитет. В преклонном возрасте он перенес большие лишения. Престарелый и слепой поэт, а возможно, насильственно ослепленный, как утверждают некоторые источники. Он был изгнан со двора и вернулся к себе на родину. После этого прожил недолго. До нашего времени дошло не более 2000 строк из произведения Рудаки. Сохранившиеся стихи свидетельствуют о его высоком мастерстве во всех поэтических жанрах этой эпохи. Он писал торжественные оды, лирические газели, большие дидактические поэмы, сатирические стихи и траурные посвящения. Рудаки не был придворным одописцем обычного типа. Его оды начинаются с ярких описаний природы, воспевания радости жизни и любви, разума и знаний, благородства и жизненных невзгод, почитания человека, его труда. На многих стихах лежит печаль глубокого философского раздумья. Своим творчеством Рудаки заложил основы всей таджикско-персидской поэзии, выработал основные жанры и жанровые формы. В его стихах выкристаллизовались почти все поэтические размеры и системы образов. Рудаки признанный основоположник классической поэзии, которая, распространившись в X-XV веке среди таджиков и персов, дала миру таких корифеев, как Фирдауси, Хайям, Сади и другие. Классики этой поэзии любовно вспоминали Рудаки, считая его своим учителем. Ну вот примерно все, что написано в текстовом варианте книги «Энциклопедия мудрости» об этом поэте. А теперь я хотел бы почитать немножко его стихотворений. Первое. «Беда тому, кто разумом гордится, а сын его бездельник и тупица, и добрый нрав, и размышлений плод к наследнику, увы, не перейдет». «Все люди скряги, ты твердишь сердито, одолеваемые злобной алчбой. Будь щедрым сам, стань добрым и открытым, и люди будут щедрыми с тобой. Великие ушли в красе и силе, все перед смертью головы склонили, сошли под землю в мрачные могилы, те, кто сады и замки возводили, те, кто при жизни сотни благ имели, с собою только саван захватили. Я так скажу, добро спешите делать, и все равно, что ели и носили. В могиле мертвый мирно спит, мертвец не оживет, такой закон предначертал извечный небосвод. День смерти нас живущих уравняет, все друг от друга мы неотличимы. Мартышкам стало холодно зимой, вдруг светлячок зажег огонь живой. Согреемся теперь, конец мучениям, и положили светлячка к поленьям. Мир бренный создал некий чародей, все сказки в нем и вымысел пустой. Не обольщайся призраком добра, но против зла неколебимо стой. Не пребывай в спокойном равнодушии, неверен мир продаст тебя за грош. Дурную суть скрывает вид обманный, в поступках злобен, а лицом пригож. Обман, раздор к добру не приведут, никто убедить на помощь не придет. Сам выбирай тот плод, который сладок, не трогай горький, полный яда плод. Преград не бойся, человек, запомни это, сменяет зиму на земле благое лето. Рассказ мой
Это пчеле пойдет. Она для Ули собирала мед. Вдруг увидала на свою беду цветущую кувшинку на пруду. И опустилась пчелка на цветок, забыв, что улетать выходит срок. Когда в округе сделалось темно, кувшинка увлекла пчелу на дно. Судьба несправедлива к мудрецам. Будь посему в труде неутомим. Бери, но без раздумий отдавай. Копи, но щедро поделись другим. Найдя богатство, не гордись в объятиях суеты. Мир видел, увидит вновь таких людей, как ты. Ты змеелов, а мир подобный змею. Погибнешь от укуса змеелов. Ты подлеца приблизил, а вот что худо, и шаг не может заменить верблюда. Насладиться спеши искрометным вином. Благородство души проявляется в нем. Неподкупных от подлых оно отличает от того, кто, продавшись, стал низким рабом. Но особую радость дарит нам вино той порой, когда роза сияет огнем. Сколько было твердынь завоевано им, ты справлялся, испив с непокорным конем. Даже жадный торгаш от вина охмелев, расставался бездумно с нажитым добром. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам немного рассказать о Рудаке Абу Абдаллах Джафари, таджикском и персидском поэте. Текст из энциклопедии «Мудрости», издательство «Росса». Все, пока, всем привет, до свидания.